Цветная капуста, безусловно, является одним из ценнейших овощей и входит в тройку самых полезных видов капусты. Ее польза обуславливается наличием большого количества витаминов разных групп и макро- и микроэлементов. Цветную капусту можно готовить по-разному. Сегодня я покажу вам, как приготовить вот такую вкуснятину. Разрезаем капусту пополам на две равные части. А затем от каждой из половин отрезаем кусок примерно 1,5 см толщиной. Получится два больших капустных стейка. Отрезаем от них жесткие части кочерыжки и приступаем к обжарке. Сначала готовим кляр из одного куриного яйца и небольшого количества молока. Муку в кляр добавлять не нужно, а нужно просто как следует обвалять капусту в обычной муке. Для удобства выливаем взбитое яйцо на плоскую тарелку и обмакиваем в кляр капустный стейк. В сковороду, разогретую с растительным маслом, кладем цветную капусту и обжариваем с двух сторон до появления золотистой корочки. Мне больше нравится капуста альденте, поэтому больше 2 минут с одной стороны я не жарю. После того, как капустный стейк был перевернут, его следует посолить и добавить специи по вкусу. Если капуста оказалась большого размера, то получившиеся заготовки можно разрезать пополам. Также обваливаем их сначала в муке, затем окунаем в яйцо и приступаем к обжарке. Кроме соли и смеси перцев, рекомендую для красоты добавить еще немного паприки. Выкладываем на тарелку, посыпаем зеленью и орехами. Все готово. А если еще добавить сметаны, на вкус будет просто великолепно. Супер вкусно! Приятного аппетита! Ставьте лайки, делитесь ссылкой на это видео в социальных сетях, подписывайтесь на наш канал, не забудьте нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. До скорых встреч!